В городском округе Люберцы растет число детей, заразившихся коронавирусной инфекцией. В отличие от первых двух волн COVID-19, болезнь у маленьких пациентов протекает с осложнениями. Подробности у моей коллеги Луизы Егиазарян. Инфекционное отделение Люберецкой областной больницы рассчитано на 50 коек. В апреле прошлого года здесь начался прием первых пациентов с коронавирусом. В начале октября стационар перепрофилировали под детский ковидный госпиталь. Детки поступают с пневмониями, с подтвержденным ковидом. Мы работаем с самого начала эпидемии, не закрывались ни на день. За 10 месяцев здесь вылечили более 1100 маленьких пациентов. Сейчас отделение практически заполнено. Свободны 4 койки из 50. По словам врачей, резкий скачок заболеваемости среди детей начался в июне. Слава богу, детки поправляются. Бывают, конечно, да, действительно тяжелые случаи. Мы этого видим у подростков чаще всего, все-таки с дыхательной недостаточностью. Маленькие детки, к счастью, поправляются и болеют легче, поправляются быстрее. Самому маленькому пациенту инфекционного отделения 18 дней, а самому старшему 17 лет. По словам родителей, основные симптомы заболевания – кашель, повышенная температура и насморк. Температура держалась целая неделя у Тимоши, 38,5-39. И потом уже я скорую вызвала, вот, приехала сюда, и нам сказали, что вот все это серьезно. Я сначала тоже как бы это все несерьезно как бы к этому относилась. На самом деле это очень страшно. Я вся на нервах была, вот так действительно это первое время. Я прям сидела на таблетках. Мы пролежали в больнице практически неделю. Сегодня нас выписали. Сделали рентген, сказали, что анализы уже нормализовались, да. Теперь активно восстанавливаемся, пьем витамины. Всем советую остерегаться коронавируса, не болеть, потому что здоровье – это самое важное. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.